Губернатор Приморья принял участие в качестве председателя на заседании Координационного совета по взаимодействию с общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи. Олег Кожемяка отметил, что в Приморском крае сильны традиции работы с детьми. Молодежь, она всегда характеризует собой движение без границ. Именно им предстоит строить в дальнейшем будущую нашу страну, укреплять отношения с нашими соседями. Поэтому для нас очень важно, чтобы молодежь была лидером во всех отношениях. По словам главы региона, спорт очень значим в выстраивании дружественных связей. Спорт был и есть всегда послом мира, поэтому те игры, которые мы проводим, дети Приморья, являются предвестниками той большой дружбы, тех больших спортивных соревнований, которые позволят позиционировать не только Приморский край, но и Российскую Федерацию здесь, на международной арене, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, с кем у нас складывается хорошее отношение, с кем мы поддерживаем социально-экономические, торговые отношения и, безусловно, их с каждым годом развиваем. Также было принято решение о проведении студенческих игр в связи с присвоением статуса молодежной столицы. У нас почти 500 тысяч молодежи в Приморском крае. Это довольно значительный отряд, который активно работает по всем направлениям и, безусловно, показывает успехи в учебе, трудится на предприятиях, учится в колледжах, в институтах, в университетах. И с каждым годом мы все видим больше и больше вовлечения непосредственно ребят в те социально-экономические проекты, которые реализуются на территории Приморского края. Губернатор обозначил перспективы, которые ждут молодежь как в области образования, так и в области трудоустройства в Приморье. Понимаем, насколько важно молодежи в дальнейшем участвовать в процессе создания всех социальных, экономических благ и строительстве будущего Приморского края. Безусловно, завтра состоится строительный форум, куда будут приглашены строительные организации. И мы со своей стороны, безусловно, поддержим те предприятия, которые пожелают поучаствовать, в том числе в специализации и профессионалитете строительных колледжей, в наборе стройотрядов на будущие стройки, которые нам важны и нужны. Поэтому у вас впереди, в общем-то, блестящие перспективы найти себя в специальности, в той рабочей, которая сегодня важна и нужна для Приморского края. На заседании также были выслушаны доклады о деятельности движения «Первых» за прошедший год и утвержден план грядущих молодежных мероприятий. Были обозначены следующие проекты. Военно-патриотические игры «Зорница-2.0», проекты сохранения исторической памяти «Хранители истории», всероссийская программа «Мы – граждане России», в рамках которой ребята получают свои первые паспорта. Первые продолжат и проекты, направленные на поддержку бойцов специальной военной операции, а также станут организатором ряда мероприятий, приуроченных к году семьи. Диана Иванова, новости на Восьмом.